Это сигнализирует нам о том, что подвой готов к прививке. Отметки делаем вырез омегообразным секатором. Опускаем буквально на долю секунд расплавленный парафин и в холодную воду. Где они будут находиться в течение 18-20 дней. За последние 150 лет разработано и используется большое количество способов прививки. Но среди них первое место занимает прививка на омегообразный шип. Независимо от способа прививки, требования к самой прививке остаются неизменными. Это наиболее точное совмещение камбиальных слоев по окружности привоя с подвоем, наиболее плотное совмещение привоя с подвоем, наличие живого глазка и стандартной длины черенок. После того, как прививка произведена, место прививки и глазок запарафинирован, черенок нужно стратифицировать. Стратификация – это один из важнейших этапов получения привитых саженцев винограда. Стратификация обеспечивает одновременное образование каллуса у привоя и подвоя, образование бугорков и зачатков корней на пятке подвоя, и глазок на привое должен тронуться в рост. На сегодняшний день наиболее широкое распространение получило два метода стратификации привитых черенков. Это во влагоудерживающем материале и стратификации на воде. Я использую стратификацию на воде. Впервые этот метод был предложен румынским ученым Георги Константинеску в конце 60-х годов 20-го столетия. Этот метод заключается в помещении черенков, привитых в стратификационную камеру, где она находится в самой камере. Пятки подвоя находятся в воде толщиной 2-3 сантиметра, а место прививки и глазок во влажной атмосфере при температуре 23-27 градусов. А сам процесс подготовки к настольной прививке и сама прививка, смотрите видео далее.
Прошло 8 дней. Смотрим подвой. У подвоя набухли глазки. Это сигнализирует нам о том, что подвой готов к прививке. Значит, пришло время ставить привой на вымочку. Заносим привой с хранилища и ставим на вымочку воду на 12 часов. Температура воды должна быть плюс 16, плюс 18 градусов. Черенки стояли в воде 12 часов. Они уже готовы к прививке. Убираем их с воды и начинаем прививку. Приготовление раствора гетероксина для настольной прививки. Берем гетероксин 0,1 грамм. Они находятся две таблетки по 0,1 грамм. Берем одну таблетку, измельчаем его. Разводим его в спирте 90%. И разводим его в обычной чистой воде в пропорции 10 мг вместе с спиртом и одна таблетка на 200 мл обычной воды. Все, раствор гетероксина готов к применению. Для проведения самой настольной прививки нам нужно быть такие инструменты, как омегообразный секатор, обычный секатор, пайнт-маркер, чтобы подписывать, стрейч-пленка, нарезанная на вот такие вот полосочки, обычный ножик, раствор гетероксина и сам привой и подвой. Привой с подвоем у нас уже откалиброван, но все же подбираем подвой. Здесь на столе делаем отметку под нужный размер. Упираем пятку черенка и на месте отметки делаем вырез омегообразным секатором. Макаем его в раствор гетероксина. Подбираем привой под размер. Делаем вырез, центруем его секатором, макаем раствор гетероксина и сам процесс, когда соединяем привой с подвоем, обращаем внимание, чтобы глазок у привоя был развернут в противоположном направлении, нежели у подвоя. Если подвоя глазок смотрит влево, то у привоя разворачиваем его в противоположном направлении. И соединяем компоненты вместе. Все. Прививка считается уже готовой. Обворачиваем его.
встреч пленкой. Подписываем. Привой. Ослепляем глазки у подвоя. Ножом на месте выреза делаем 2-3 царапины, чтобы на этом месте образовывались корни. И ложим в ведро с водой. Место привитых черенков нужно запарафинировать. Для этого выравниваем черенки, опускаем буквально на долю секунд расплавленный парафин и в холодную воду. Вот таким вот образом парафинируются места прививки черенков для предотвращения пересыхания в стратификационной камере. Берем черенки, выравниваем. Запарафинированные черенки заносим и укладываем в стратификационную камеру, где они будут находиться в течение 18-20 дней до полного срастания. Места прививки находятся в определенных условиях, где создается оптимальная температура, плюс 27 градусов, а в зоне корней температура плюс 19-20 градусов. Черенки привиты и уложены в стратификатор. Здесь они будут находиться в течение 20 дней. В зоне прививок поддерживаем определенную температуру при помощи обычных лампочек, которые включаются и выключаются при помощи терморегулятора. Щуп-датчик терморегулятора располагаем в зоне прививок. Режим влажности обычным ручным опрыскивателем. Периодичностью 1-2-3 часа проводим увлажнение. Такой стратификатор помещается порядка 800 черенков. Режим стратификации поддерживаем следующим образом. Первые 5 дней выставляем температуру плюс 27 градусов. Последующие 5 дней плюс 26. И последние 3-4 дня опускаем температуру до плюс 24. Все. Ждем результата.